Имеется наличие достаточно оснований полагать, что вы управляли транспортным средством, находясь в состоянии опьянения. Это запах алкоголя изо рта, нарушение речи и резкое изменение краски кожных покровов лица. Разъясняю вам статью 51 Конституции Российской Федерации. Вы имеете право не свидетельствовать против себя, близких, родственников, круг которых определен настоящим законом. И статья 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайство отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами, предусмотренными настоящим кодексом. Итак, Михаил Анатольевич, да? Держите ручку. Протокол об отстранении от управления транспортным средством. За копию ваша подпись и фамилия, инициалы внизу. И галочка. Секунду, я вам вручу копию протокола. Держите копию, это вам. Итак, далее. На основании статьи 27.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и постановлении правительства РФ от Российской Федерации от 26.06.2008 года номер 475. Предлагаю вам пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора Алкотест 6810, заводской номер АРБЛ 0352. На данный прибор имеется свидетельство о поверке. Вот он, данный прибор. Свидетельство о поверке. Дата поверки 18.12.2019 год. Действительно, до 17 декабря 2020 года. Да, я вижу. Имеется клеймо поверителя, его название Алкотест 6810, серийный номер АРБЛ 0352. Вот он, данный прибор, Алкотест 6810, серийный номер АРБЛ 0352. Вот, видите, в изгибе. Итак, есть допустимая норма 0,16 мг на литр. Все, что свыше, будет являться состоянием алкогольного опьянения. Вы согласны пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора Алкотест 6810, заводской номер АРБЛ 0352. Ну, мы уже с вами разговаривали на эту тему. Я считаю, что... Я обязан вам задать вопрос. Нет, я согласен, что вы по правилам делаете. У меня есть сомнения в том, что этот прибор может точно показать те данные, которые они показывают, именно состояние опьянения. Почему? Потому что действительно я принимал лекарственные препараты. Я поэтому вас я отказываюсь. С помощью данного прибора вы отказываетесь. Да. Проходите освидетельствование. Правильно, правильно я вас понял? Да. Держите ручку. Здесь ваша подпись, что вас ознакомил с прибором и порядком освидетельствования. Ручку мне, пожалуйста. Так как вы отказались от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора Алкотест 6810, серийный номер АРБЛ 352, в связи с этим и имеются основания полагать, что вы управляли транспортным средством, находясь в состоянии опьянения. В связи с этим сейчас будет составлен протокол о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. То есть после составления протокола мы с вами проедем в Саяногорскую городскую межрайонную больницу города Саяногорска. Если вы согласны пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, здесь пишите слово либо согласен, либо не согласен. О. Согласен. Согласна. Так, время сейчас у нас 03.01. Значит, сейчас мы направляемся на... Мы сейчас отправляемся в Саяногорскую межрайонную больницу для прохождения свидетельства о состоянии опьянения. Это вам копия протокола. Пристегните ремень безопасности, пожалуйста. И мы поедем с вами.